Всем привет! Если вы хотите начать снимать видео и монтировать с телефона, но не знаете, какие программы вам для этого нужны, то это видео как раз именно для вас. Так, смотрите, вот на экране моего телефона список минимального набора вот этих программ. И давайте начнем с первой программы. Вот она, первая, это творческая студия. Без нее никуда, ее надо будет сразу установить и... Ну, если мы сейчас говорим об видео для YouTube, конечно же, то творческая студия здесь обязательно. Через нее можно просматривать всю статистику, ставить превью и все такое. В общем, очень полезная программа. Вторая программа – это программа, в которой, собственно, и будет происходить монтаж видео. Эта программа может быть не обязательно вот такой же, как у меня. Она может быть любой. Главное, чтобы там можно было монтировать видео. Вот и все, что от нее требуется. Следующая программа тоже может быть любой. Не как у меня. Могут быть какие-то аналоги этих программ. И следующая программа, это она для того, чтобы делать превью. То есть картинку, вот это обложку для видео, если так по-простому сказать. Без нее тоже не обойтись, она очень нужна. Так, переходим к следующей программе. И следующая программа у нас для записи экрана. То есть, чтобы снимать экран, записывать то, что вы делаете на экране. Вот как сейчас я записываю экран с помощью вот этой программы именно. Так, едем дальше. И дальше у нас вот такая программа. В ней несколько функций. В ней можно извлекать видео из аудио и все такое. В общем, она... может быть полезно в некоторых случаях, когда можно из видео звук извлечь и все такое. Так, следующая программа, это тоже касается YouTube. Если для YouTube именно монтировать, то VidIQ тоже очень полезная программа. Она поможет подбирать теги к вашему видео. И, в общем-то, это очень нужная программа. Так, следующая программа у нас это... Вот она сейчас, я ее поместил наверх. Она позволяет из видео делать фото. То есть берете видео, выбираете сколько кадров, и она разбивается на несколько фото. Если больше там выбрать, можно из видео много фото, можно меньше. Может быть это полезно в таком случае, если, например, из видео вы хотите взять какую-то фотографию и ее поместить на превью. В таком случае она будет полезна. И вот еще программа, это камера. Например, в моем телефоне есть камера, конечно, она есть в любом телефоне, но смотрите, когда я подключаю микрофон к телефону, и родная камера, она не записывает через микрофон. Она записывает только через встроенный, который есть там, встроенный микрофон. Так записывает. А когда я проводной микрофон подключаю, она уже просто не записывает звук. Вот для этого, если у вас так же, тогда вам понадобится скачать вот такую камеру, чтобы она записывала звук микрофона проводного. Вот, собственно, и все программы, такой небольшой минимальный список для того, чтобы монтировать с телефона. Снимать и монтировать видео.